Всем привет! С вами Крошик Дэй, и сегодня мы будем открывать Лего видео в рубрике «Распаковка». Да, давай начнем. Давай открываем. Так, я думаю, как-то так надо открывать. О, да. Ладно, давай. Единорожку собрали? Да, и сейчас я уже начинаю собирать студию. Итак, тут на папа. Да, Арина. Скажи, красочный, красивенький, яркий набор. Да, очень интересно, как все получится. Получилось. Легко собирается, все по инструкции. Да. Итак, сейчас будем запускать через приложение. Да. Мы скачали на планшет приложение. Да. И будем запускать, смотреть, что у нас получится. Да. Как разработчики Лего правильно ли все сделали, чтобы человечек ожил, единорожка наш ожил, Карин. Посмотрите. Так. Мы заходим в Лего видео. Итак, у нас такая вот загрузка. Мы зашли в приложение, и сейчас мы выбираем бумбокс. Вот наш единорожка. Да. И сейчас он оживет. Сейчас проходим идентификацию. Да. Наш единорожка ожил, Арина, смотри! Реально, он танцует, да? Танцует. Прикольно! О, появился наш единорожка! Да! Он готов танцевать? Да! Найди место, которое расположено не слишком далеко, но и не слишком близко. Так, надо наклонить сцену. Итак, нажимаем. Она сейчас будет танцевать. У-ху! А, она, наверное, слышит, что лихнул. Так, выбираем. Давайте котика. Нет, котика, котика. Ой, она упала из-за котика. Котик полетел. Так. Ой. Мишки нам на потанцовку, да? Да. Так, давай выберем вот. Ой. Ого, сколько. Тут можно убрать и я хочу вот это. Вау, пап, скажи, круто. Классно. Так. Какой-то замок, да? Давайте единорожки добавим. Ну и вот это. Вы можете добавлять спецэффекты прямо на экране. Да. И они появляются виртуально. Да. О, салюты. И вот так оно снималось. Уху, котик прилетел. Нажимаем дальше, смотрим. Да. То есть программа реально работает. Подготовка группы. Так, что у нас здесь? Давайте немного пофантазируем и снимем несколько классных музыкальных видеоклипов. У тебя есть? Так, создавайте группу, выполнить сцену. Итак, начинаем. Арин, смотри, здесь можно сделать... обложку на альбом. Так, я выбрал такой, а фон, наверное, подходит вот такой. Классный. Все фотографируем. Да. Фотографируем. Да. О. А тут можно выбрать, как будет наверху написано. Мы выставили, скорее всего, Battle. Здесь обложечка. Так. Да.
И пошли. Подборка от нее. Так. Давай попробуем вот это. Давай. Ой, так, тут музыка. Я отключу музычку, чтобы авторские права не предъявили. И пошли. Да. Итак. Вау, вот наша единорожка опять появился, не запылился, да? Так. Да. Смотрим. О, все, давай. Так. Устанавливаем сцену. Поехали. Поехали. Из этой игрушки единорожки. Да? Ага. Еще одна игрушка. Давай его погладим. Ой, прикольный какой. Добавляем спецэффекты, Арина. Ой. Так, это моя самая любимая. Так, давай еще добавим водкова. Папа, ты заметил? Знаешь что? Что? То, что картинки установлены так, как у нас. Да, все так же самое. То есть то, что мы сделали, он полностью повторяет. Да. Итак, давай добавим котика. Котик улетел. Пап, мне кажется, слишком много. Вот, котики должны быть. Пролетели котики. Больше котиков. Видите? Они прилетели. Так. И как же ой, весело. Что это такое? Единорожка, единорожка диджей. Смотри, Арина. Мне очень понравилась эта игрушка. Если эта игрушка понравилась вам, то ставьте лайк, покупай и играй. Ставьте лайк и подпишитесь на канал. Всем пока-пока! Пока-пока! Ждите наши новые видео. Они будут очень интересные. Пока-пока!